Всем привет! Меня зовут Илья Прусикин, и вы смотрите программу «В порядке вещей». Совсем недавно в Москве запретили танцевать лезгинку в общественных местах. Еще один запрет в копилку запретов современной России. Запрещенная лезгинка, возможно, и выход в сложившейся ситуации, но как стражи правопорядка будут следить за выполнением этого запрета? Для того, чтобы выявить правонарушение, в данном случае нужно как минимум разбираться в танцах. Ведь лезгинку очень просто спутать с другими задорными танцами. Например, румба. Или современные абстрактные танцы. Но это одна сторона вопроса, существует и другая. Если под лезгинку будут танцевать электрик буги, R&B, ну или наоборот. Все танцуют локтями, все танцуют локтями, все танцуют локтями. Будет ли это считаться правонарушением? По логике, запрет на лезгинку в общественных местах обязывает страж правопорядка заканчивать танцевальные курсы для того, чтобы разбираться во всех видах танца. Ну, для того, чтобы не нарушать права человека. И мне всегда казалось, для того, чтобы запретить что-то, нужен официальный административный документ, который описывает это что-то. Документ, постановляющий, что танец лезгинка является запрещенным видом танцев на территории площадей. Лезгинка является танец, при котором левая рука выпрямляется в локте под углом 180 градусов, указывая при этом в левую сторону, правая согнута в локте и прижата к правому соску, ноги семенят с частотой более одного потопывания в секунду, спина человека выпрямлена во время грацевания, а человек, танцующий лезгинку, является, смотри, пункт 3. Честно говоря, этот запрет мне показался слишком бесчеловечным, и я открыл благотворительный пункт легальной лезгинки. Аттракцион лезгинариум! Лезгинариум – это круто! Посмотри, левый, правый, и пошло дело! До следующего, поняли, становимся! С другой стороны, теперь для нерадивых полицейских открыты новые лазейки для коррупционных схем. Так, сержант Абдулов. Так, продавец помидоров. Ты что, пьяный, что ли? Нет. Так, сейчас мы проверим. Руки вытяни на уровне плеч. Дотронься пальцем до носа. Второй рукой. Дотронься до груди. Второй рукой. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Быстрее! Быстрее! Так ты что, лезгинку танцуешь? Преступник! Нет, я не... А, ты меня подставил! Ты подкинул мне лезгинку! Ты лезгинку мне подкинул! Я не танцевал лезгинку! Опасная лезгинка запрещена. И мы наконец-то в безопасности. Но он же не танцует. И в воздух стреляет. Безопасно. И это уже стало в порядке вещей. И в конце хотелось бы подвести итог. В последнее время в силу вступило множество запретов, которые вроде как направлены на решение остро-социальных проблем. Но, как всегда, законодательная власть борется не с основной проблемой, а лишь с ее симптомом. Вы запрещаете танцевать лезгинку в общественных местах, хотя это ни на секунду не решает проблему. Да и проблема совершенно в другом. На сегодня это все. С вами был Илья Прусикин. Подписывайся на канал «Давай лайма», «Давай лайкай». Пока!